Здравствуйте, Владислав. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, установленный на двухсторонний скотч на мой тестовый переходничок. Мой совет: сначала так же сделайте, как сделал я. Когда уберете свой китайский чип, установите с помощью скотча и проверьте в камере. Вот, камера должна показать диафрагму 1,8. Фокусное расстояние запрограммировал 50 мм. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Ловушка фокуса включена. После того, как вы убедитесь, что камера показала диафрагму 1,8, если вдруг она не показывает, то подвигайте одуванчик вправо, влево. Найдите это место, в котором одуванчик будет в правильном положении. Затем отметьте границы посадки одуванчика на переходничке. Уберите чип. Уберите остатки двухстороннего скотча. Зачистите место установки одуванчика от краски или от хромированного покрытия, как у меня. Обезжирьте обе поверхности и нанесите клей с помощью зубочистки или спички, заточенной на байонет. Не лейте клей из тюбика, там его нужно совсем немножко. К сожалению, клей в международных посылках отправлять запрещено, но я думаю, что суперклей-гель вы найдете без проблем у вас. Сейчас я упакую ваш одуванчик вместе с кусочком скотча и калибром. И отправлю сегодня вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.